Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и вы просили прокачать вот этого вот веселенького котика Тишира. Это такая пародия на чеширского кота из мультфильма «Алиса в стране чудес». В общем-то, давайте сейчас мы, наверное, про него немножко почитаем. Это у нас эпический монстр магия, у него основная стихия. Давайте эпик берем, давайте берем маджик. И вот тут где-то внизу у нас будет наш монстрик. Давайте читать. Monster Legend — это большая вселенная, в которой иногда можно заблудиться, но даже если ты окончательно заблудился в пути, никто никогда не спрашивает дорогу у Тишира. Он обязательно направит тебя в ловушку, из которой ты не сможешь выбраться. Суперудар называется «Это твоя иллюзия», наносит всем врагам очень сильный урон стихии мрака, делает врага чрезвычайно уязвимым к атакам стихии мрака на два хода. Ну и накладывает изнурительные тени на два хода. Вот такой вот у нас монстр. В общем-то, смотрите, у него сильный удар. Сильный удар приносит хорошо золото, скорость, жизнь, энергия на одну черточку не хватает. Теперь давайте идем на Монстр Вики и будем смотреть. Вот так вот выглядит наш кошар. Он мне напоминает, знаете кого? В старых мультфильмах Том и Джерри был такой вот мусорный серый кот. Вот чем-то он его напоминал. Тоже он, по-моему, такую шапочку носил. И поскольку это у нас эпический монстр, у него максимальный левел 90, ребятки. 90. А если давайте вбьем сюда 100, какие у нас будут показатели? Показатели будут слабые. Слабые даже для, ну, для эпиков сотого уровня. У нас мрак и магия. Вот такие вот комбинации. Ну и шанс 10% на суперудар. 2800 сила, жизнь 19, скорость 2900. Ну давайте погнали читать его удары. Так. Ищешь что-нибудь. Так, удар перевести можно. 40 по одному, без эффектов. Туди-ду-ду. Туди-ду-ду. Туди-ду-ду, ребята. 35 сила удара с контузией. Мрак. Можешь поймать. Это мультик по всем с кошмарами. 20. Так. Я сумасшедший тоже. Одиночный удар 45. Что у тебя здесь? 45 содержимостью, хороший удар, первый кандидат, что мне понравился. Мультик с кошмарами по всем, второй удар, в принципе, тоже неплохой. Будь моим гостем, просто сильный удар 55. Но этот удар лучше. Сегодня дождь. 50 с контузией, ночными кошмарами, это второй удар брать стоит. И мультик по всем содержимостью. Вот один удар, вот второй удар. Вот третий удар и вот, наверное, четвертый, который бы я взял. А теперь давайте посмотрим, что нам тут рекомендуют. Вот наш Тишир. Поскольку это эпик, на него всегда рекомендация. Это командные руны на скорость для участия в командных соревнованиях. А так, поскольку мы видим, что у него есть удары с содержимостью, то стоит, если вы хотите им просто так где-то повоевать, то стоит просто ему руны на скорость ставить. Итак, какие удары нужно брать? Что тут у тебя? Одержимость. Да, я такой удар выбрал. Я тебя раздражаю. Удар по всем. Мультик с кошмарами. Сегодня будет дождь. Это оглушение. И кошмары. Да, такой удар тоже хороший. И я грубый. Одержимость на два хода. Сила 30. Так. А ну-ка. Одержимость на два хода. Силой 30. Это по... На два хода всем. Ого, вот это он. Да, I'm rude. Ну, прикольно, ребятки. Так и будем качать. Возвращаемся тогда к нашему монстрику. Вот мы его нашли. Та-дам! Ну и погнали качать. Вот так вот подрос наш волшебный кошара. Выглядит забавно. А еще знаете, чем мне напоминает? Ти — это у нас чай по-английски, а шир — это место, где живут хоботы. То есть это чайные хоботы. Если так пошутить, да? Это, в общем-то, такая территория в стране хоботов, где все любят чай. Шир только чайный.
Так, ту-ду-ди-ду-ду. Ту-ди-ду-ду-ду. Был такой у нас удар, мы его пропускаем. О, дают еще. Так, поймаешь, ну такой удар нам не нужен, мы его просто заполняем пустое место. Так, что ты ищешь? Ну, такой нам не надо. Похож на удар, что тут у тебя. Вот и look info. Но у нас такого удара не было. Так, и я сошел с ума. Ну, такое нам не надо. Так, что тут у тебя? Нужен нам такой удар, это одержимость. Так, ну мультик у него шикарный. Так, я тебя раздражаю. Есть такой удар, он нам нужен, ставим его через один. Первых два я хочу поставить удары с одержимостью. Так, сегодня будет дождь. Ставим его дальше. И остался нам еще один удар. Я грубый. Он прыгает на хвосте своем, как тигра. Так, сумасшедших нам тут не надо. О, кстати, он у меня на одну звездочку. 95 уровень у нас будет, ребятки. Не стесняйся. Это нам поможет. Так, сумасшедший снова. Так, кто из вас, ребятки, помнит вот того серого кота из Тома и Джерри, который я вам сказал? Кто-то вообще смотрел мультики Тома и Джерри? Вот, я грубый. Это тот удар, который я искал. Шикарно. Так, ну а следующий у нас на прокачке будет лисичка из острова гангстеров. Бонни... Какая-то Бонни. Она у нас входит в топы эпиков. Я думаю, ее сразу после этого видео тоже прокачаем. Так что оставляйте свои заявки на прокачку. Ну, желательно тех монстров, которые у меня есть. Так, ну и вот у нас сверху. 95. Так, смотрите, что у нас было. Должно было быть 2900, да, там 19, по-моему, тысяч и 3000. Так, 3, 21, 3. А тут должно быть 3, 21, 3. То есть соточка скорости, 250. Поэтому, ну, тут давайте в объем 95. И вот так вот, в принципе, все совпадает. Отлично. Отлично, ребятки. Отлично. Есть ли у меня хотя бы хоть одна какая-то рунка на скорость? Есть у меня командная рунка на скорость. Ну, он у нас к топам не относится, потому я ему поставлю только вторую рунку. Так. И сюда вот так вот. Ну, что поделать, у меня дефицит командных рун. И давайте будем пробовать им где-то сражаться. Так, вот у меня есть такое подземелье. Так, вот такое есть подземелье. И вот такое есть подземелье. Ну, тут нам, наверное, сейчас наваляют. Сюда лучше не соваться. Хотя не без рун, давайте попробуем. Давайте попробуем, ребятки. Так, поставим сюда Таймериона. А, черт, здесь не может быть Таймерион. Нет, это не очень подходящее. Ладно, тогда оставим это подземелье. Пойдем все-таки... Кстати, вот сюда. А ну, смотрим, кто у нас здесь в противниках. Орус! Ну, блин, не знаю, ребята. Это, конечно, такое будет эпик челлендж. Таймерион, чтобы он ускорил в том числе. Оставим давайте Вольтика все-таки. И возьмем нашего эпика Тишира.
Ну, давайте так будем попробовать. У нас они очень должны ускорить Вольтика. Да, так ускорили. Ну, давайте сейчас пробьем немного Оруса. А то он такая скотина. Неудобная, может быть, он Эверест возьмет, там еще что-то возьмет. Еще суперка у него такая конкретно сильная. Мы сейчас их продамажим. Ну, как-то так, давайте. Так, теперь перезарядку. Давайте зарядим им просто перезарядку. И время Тишира. Скажем так, подготовили почву. Одержимость на два хода. Это просто прикольно будет. И только на одного она попала. Еще и парализовал Тишира, чтоб тебе было нехорошо. Так, пространство, время. Ну, сейчас, если ящерица убьет Оруса, будет неприкольно. Убила. Ладно, у нас еще есть шанс. У нас еще есть удар с одержимостью. И опять промах. Так, он такой косой или это мне показалось? Ладно, давайте тогда мы, наверное, закончим эту дуэль. Сейчас попробуем еще раз. Так, ну если взять кого-то, если взять не Вольтика, допустим, кто у нас там, Баба Яга? Не Баба Яга, возьмем Гречин, допустим. Ну так это мы будем тут сражаться, наверное, пол жизни. Надо все-таки демагер должен быть здесь у нас. Должен быть какой-то демагер. Ну вот какой? Ну давайте попробуем вот так вот. Дурацкая, конечно, комбинация, но тем не менее. Так, Тишир у нас косоглазый. Это я уже понял. Так, ну перезаряжаем всех. Вообще она попала на кого-то. Так. Инстинкт самосохранения. Да, вообще, смотрите, они все каменные. Все с камнем. Отвратительно. Ну, два из трех. Ну, короче, удар что-то мне не очень утешило с меткостью. И как раз носорога, да, но очень не в тему. Смотри, они будут все атаковать Тишира. Самое слабое звено атакует. Ну, одержимость на два хода. Это хорошо. А что я сделал? Вот 27 добавил ему 2000 жизни, ну, бывает. Так. Ну, я не хочу никого парализовать. Извините. Они должны как-то хоть как-то сами себя убивать, и то будет печально. Так. Удар с одержимостью. Дубль 2. Наконец-то попал. И парализовали Следжера. Так. Вот так. Так, давайте теперь перейдем наконец-то к другим ударам Тишира. У нас есть еще кошмары. Попал по всем, это радует.
Ну, как раз, в принципе, для показухи получится нормальная троица. Ну давай, Тишир, твой последний суперудар. Ух ты. Промазал. Да. Еще раз попробуем. Кстати, не обратил внимания, да, что у него с перезарядкой по ударам. Ну, в общем-то, он покойник. Тут даже ничего не нужно делать. Ну, Тишира, смотрите, да, удары долго перезаряжаются. Смотрите, они все закончились. Ну вот и пришел конец. Ладно. Мы настолько быстрые, что еще раз смогли походить. Минус 6000, ребята. Вот такой вот у нас получился, в общем-то, монстрик Тишир. Вполне себе неплохой монстрик, конечно, немножко косоглазый. Ну, с кем не бывает. Так что, кому понравилось видео, ставим пальчик вверх и до скорых встреч.